Знаешь, что Россия? Я в Москве стартовал в Мурманск, потом Магадан, Владивосток. Сейчас возвращаюсь назад. Дней в движении. По 10, по 12 часов за рулем. Путешествую. Ну, проехался по старым местам, где бывал, где не бывал. В Магадане не был. Побывал в Магадане, посмотрел на Колыму. Что это такое? Во Владике был старый город, я там потом в этом Находку заехал, в этот, как Уссурийск. Ну вот так вот. Ну я приеду, я размещу видео в Ютубе, потом, если интересно, посмотришь все это. Солнцев Сергей, что ли? Одноклассник мой. Нет, мы вместе в одном классе учились. Он, да, он с другой школы к нам пришел, в Пушинскую. Константин. Он потом перевелся в школу Пушинскую, да. Он окончил тоже КИГА, он на год или на два раньше меня окончил. Вот так вот, сейчас аэропорт расстроился, все там вообще не узнать, Владивосток. Проехал по этим вантовым мостам, русский и золотой. И вот, впечатление, конечно. Ну это, знаешь, прощальные гастроли по России. Больше никогда не поеду. На встречу с Богу, к Богу. На машине, что ли? В Узбекистан. Там обдерут как липку, блин. Маловероятно. Это, я бы сказал, даже невероятно. Нахрен мне нужна эта гейропа, серьёшь? Я этих гейропейцев на дух не переношу, блин, с их менталитетом, с их... Блин, чуть не попал, блин, этот гаишник стоит или в бинокль смотрел. Я по телефону толкаю. О! Это шакал. Ну, сейчас где-то плюс 9 градусов. Редкая облачность. Мелкая облачность. Ну, ветерок небольшой. Солнце прям в глаза. Так, Сереж, я въезжаю в черту города, тут начинается этот хрень разные развязки. Я потом позвоню, как приеду.
охренеть, блин. Солнце опять в лицо, ни черта не видно. На видеорегистраторе все засвечено. Понять. Пыль перемешки с дымом. Сейчас пик, по-моему. Это я ругаюсь. Поддержатель. Так. Поиск. Thank you.
общественный центр. Видно, рада.